На своей странице основатель Black Rush Кирилл Вовк показал новый внешний тюнинг на автомобиле. Ждали, если честно, то хоть кто-то из вас знал, что нечто подобное будет. То есть, как мы могли знать, если мы даже не знали, что нечто подобное вообще, то есть, планируется выпустить, типа, зачем, кто, что... Может быть, я не понимаю чего-то, но вот смотрите, давайте так, я вам показываю скриншот, и вы тут мне рассказывайте, где внешний тюнинг. То есть, вот скриншот, вот он перед вашими глазами, слева Tesla, справа Toyota, какая-то, я не знаю, что, Camry 3.5, может быть, вроде того, я без понятия. То есть, внешний тюнинг, он где? Как лично я понимаю, что такое внешний тюнинг? Это когда можно какие-нибудь, там, я не знаю, елки, петарды, там, я не знаю, еще фейерверки на капот, там, я не знаю, на, как называется вот это вот, на машине сверху, что это, блядь, такое, там, где люк еще, что, я не знаю, блядь, бампер, что он вот там где-то, ладно, неважно, вот, типа, наверху, на крыше машины, типа, там вот эти вот фейерверки, все прочее, типа, вот это, я так понимаю, внешний тюнинг, и тут его нету. То есть, нам просто дают скриншоты такие, типа, вот, все. Смотрите, как вам 35-й фильм Тарантино? Опа! Нормально, ребят, поняли, да, типа, вот, нормально вам фильм? Вот, тут то же самое. Я не особо понял, то есть, где внешний тюнинг? Почему мы должны были его ждать? Возможно, кто-то из вас ждал, возможно, еще нечто подобное произошло, но тут я вижу обычные машины на детской площадке. Где тюнинг? Как так? То есть, что это такое? Я не понимаю, что... Я вот в каждом видеоролике уже просто не понял, потому что, может быть, Ромка Злобин что-то там не так передал, может быть, нечто подобное случилось, но где тут внешний тюнинг? Где он? Расскажите, где внешний тюнинг Лебовский? Где он? Я не особо понимаю, то есть, что это такое? Где внешний тюнинг? Вот вы видите, вот слева машина, справа машина, где внешний тюнинг? На детской площадке, может быть? Может быть, там, а может быть, там еще где-нибудь, может, не там, может, еще где-то. Я не особо понимаю, то есть, что это? Мне непонятно вообще, что, откуда, почему, зачем. Ну ладно, давайте попробуем более беспристрастно ко всему этому отнестись. То есть, возможно, действительно, люди ждали внешний тюнинг, в самом деле. То есть, и возможно, вполне, да, или нет. То есть, я не особо понимаю, что это. То есть, я смотрю на все это, и понимаете, в чем дело? Я не понимаю, что оно, где оно, как оно, и откуда вообще оно все. То есть, где он? Где внешний тюнинг? То есть, возможно, я с ума схожу, может быть, там еще, может, температура поднялась тело, но я не вижу внешнего тюнинга. То есть, при всем уважении, при всем желании, при всех прочих вещах, я не вижу его. То есть, откуда он? Где он? Что, как он должен выглядеть вообще? То есть, почему Life Mobile нам рассказывает о том, что вот на своей странице ВКонтакте Кирилл Вовк, я даже перейду на Кирилла Вовка, это, видимо, мой непосредственный рекламодатель. Я не знаю, новый тюнинг на подходе, но при этом я не вижу ничего. То есть, возможно, я должен знать, как выглядят машины Tesla и вот это вот Toyota, может, это Camry, может, это еще какая-то машина. То есть, возможно, я должен знать, как они выглядят без всего этого, но я не знаю, давайте я загуглю просто, что это Tesla, какая-нибудь там, я не знаю, мне просто компания, я даже не знаю, какие у них есть машины. Машины выглядят точно так же, как и на скриншоте. Я не понимаю, то есть, откуда, почему, где внешний тюнинг, что оно меняется-то? То есть, понимаете, в комментарии я захожу, там тоже никто ничего не пишет. То есть, все просто пишут о том, что вот добавьте то, добавьте вот это, вот сделайте так, чтобы все было вот тут, вот так, сяк, наперекосяк, чтобы все было вот таким образом. И по итогу я ничего не вижу. То есть, может быть, я слепой, может быть, и там, я не знаю, лыжи не едут или вроде того. Но в целом, где внешний тюнинг? В самом деле, где он находится? Возможно, я так весь ролик дальнейший буду, но я просто хотел реально рассказать про новое обновление на Black Rush, и где оно? Где внешний тюнинг? Где нечто вот это вот все прочее, подобное и так далее? Я вот это вот всего не понимаю. То есть, возможно, что в будущих каких-то скриншотах, или, возможно, на самом серваке все это будет выглядеть намного лучше, чем вот оно выглядит сейчас, в данный момент, на скриншотах. Но, тем не менее, я внешнего тюнинга не вижу. Если это такой, знаете, продающий пост, который должен был мне продать весь этот тюнинг, чтобы я его ждал, чтобы все было отлично, типа, то это вообще не так. И как лично я вот делал уже предположение в предыдущем своем видеоролике о том, что, мол, там, чуваки из Black Rush, разработчики, все прочие люди, они, так знаете, делают пак обновлений из всего этого, там, внешний тюнинг, новые посты DPS, новые посты, там, PPS, все прочее, и возможно сейчас, что они доделают много всего, всех вот этих вот обновлений, всех вот этих вот доработок, улучшений внешних тюнингов, которых я почему-то не вижу, и выпустят всю эту Black Rush уже нам, чтобы мы на все это посмотрели, чтобы мы на всем этом поиграли,
чтобы все у нас было хорошо, лицеприятно и замечательно. Может быть, оно будет так, может быть, будет еще как-то. То есть, я не особо все это понимаю, и, если честно, углубляться во все это дальше я не хочу. Однако, если тут будет 150 лайков, то я углублюсь, и тут будет, там, знаете, 5 лайков, 6 лайков, и мы такие, типа, а, ну, тогда все понятно, тогда все ясно, ладно, ты молодец, ты красавчик, ты все прочее, лайк, дизлайк, дизреспект, все прочее. Увидимся тут же завтра в 20:00. Я играл на проекте Black Russia, ссылка на скачивание лаунчера в описании, там же мой никнейм, промокод, прочие вещи тоже там. Всем спасибо за просмотр, всем до свидания и, разумеется, пока, как бы, что еще не особо понимаю.